Трем подписчикам и гостям, я Джекли. Сегодня я покажу вам, как сделать удлинение натуральных дред. А для этого нам понадобится каниколон, который уже свален предварительно в дреды. Ну, это та же техника, что я использовала в видео, как сделать дреды. И если вам очень надо, вы можете перейти на видео. Я оставлю ссылку в описании. Если вы захотите удлинить дреды, то вот видос именно для вас. И вот я наплела несколько дред. Ну, типа три, на самом деле четыре штуки. Вот, просто четвертую я не доплела. Потому что я не знаю, хватит ли мне двух штук. Если будет смотреться очень жиденько и неправильно, я добавляю розовую дредину и удлиню свои. В общем-то так, что мы делаем? А, ну вот, во-первых, вот такие штучки оставляем. Вот. Совсем забыла, что у меня есть зеркало. Короче, дело к ночи. Значит, мы смотрим, какие у нас самые небольшие дрединки сзади, и подплетаем к ним, вплетаем вот эти хвостики. Я понимаю, он получился не особо хороший, наверное, без обмотки, разумеется, потому что на это дольше времени нужно. Вот, а потом мы снимаем резиночку, я не знаю, вам будет видно или нет, но вот тут резиночка для волос, с помощью которой, в принципе, делают разные интересные прически и даже закатывают дреды. Ну, по крайней мере, я вот 50-50 так делала. Оп. Они одноразовые, на самом деле, но не жалко, скажем так. Ну вот, и смотрим, сколько у нас тут, ну вот, вот этой петельки. Ее мы тоже должны разрезать. Вот так вот. То есть все разрезано. Вот. Далее. Не знаю, насколько вам будет видно. Я надеюсь, что хотя бы в монтаже будет видно. Убираем. Сколько у меня тут дредин на одном ряду? Ага. 4 дреды. Замечательно. Это просто то, что нам надо. Вот. Я немножко сниму, потому что, ну, как-то в них сейчас не очень удобно что-либо делать. Главное, чтобы они были как можно более симметричные. Итак, этот кончик, да, он самый короткий. И он у меня украшен ракушками. Одной ракушкой и одним замочком для дред. Я это все тоже заказывала с Алик. Если будет интересно, просто пишите в личку. И все. Так, вот эти вот кончики, они прям намертво схватывают. Но так как они состоят из железа, то очень быстро наступает усталость металла из-за перегибов. Вот. И, короче, это не круто. Придется новую надевать. Так, а отсюда что мы делаем? Где наша ракушка? Вот она, наша ракушка. У нас есть палочка, которая может имитировать зубочистку. И сейчас мы попытаемся все это... Как сказать, распустить. На самом деле дреды все-таки тоже можно распустить при помощи... Опять же, при помощи зубочистки и геля, чтобы он прям маслица было. Вот. Вот я достала вот эту штучку. Она, кстати, из золотого цвета, какой она была в баночке. Вот в этой. Вот в этой баночке. Они золотистые, серебряные, а это стал медным. При том, что голову я даже после того, как надела вот эти штучки, не мыла. Это не так давно было, на самом деле. Поэтому для меня это прям шок-шок, что оно так играет. Так, хорошо. Это синяя часть. Синяя часть, да. Должна была быть, по крайней мере. Так. Мы прикладываем вот так вот. Я не знаю, правильно ли я сейчас сделала, я не очень хорошо себя вижу.
Вот, короче, на то место, где у вас сужение идет, где, в принципе, вообще пофигу, как что будет. И можно взять небольшой крючок. У меня это 0,75, но почему-то он самый маленький, в отличие от другого 0,75. Это все от фирмы зависит. Вот от фирмы, в которой вы решили или решите покупать крючок. Это тоже очень важно на самом деле. Ну что, придаем это все безобразие себе в волосы. Конечно, не для всех подходит каниколон, потому что каниколон, он на самом деле разительно по ощущениям, ну, отличается от натуральных дред, то есть от нормальных волос. Потому что дред становится валенком, а каниколон щеткой. Вот. Но я постараюсь проносить его как можно дольше, чтобы все было good. Угу. Я знаю, что я забыла про эту штучку. Эта штучка у нас должна быть вот как-нибудь так. Сейчас даже подниму, может, что-нибудь. Вот так вот. Все петли потом можно убрать. Тем же крючком, кстати, да. В общем, так делаем до конца, до того состояния, пока оно не валяется друг в друга, и из-за этого, если подергать, оно не отвалится. А сейчас мы перенесемся в тот день, час, миг, где я уже заплела дреды. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и всем пока!